Так, привет всем! Сегодня хочу поделиться с вами моей сегодняшней тренировочкой. Быстренько так убился я. Было всего 4 упражнения. Сейчас я вам покажу. В режиме суперсета, то есть одно за другим. Значит, первое упражнение было на плечики. L называется. То есть важно, как выполнять. Значит, оп, эти лопатки соединяем, потом поднимаем локти и дальше руки. Чик, опускаем в том же порядке. Так, очень хорошо оно пробивает спинку и плечики. Вот. Второе упражнение был обычный рут. Я делал. Третье упражнение на подтягивание на бицепс. Эксцентрическим способом. То есть поднимаешься быстро и опускаешься как можно медленнее. Я сделал там 4 повторения. И мне хватило. Вот. Ну и четвертое упражнение было жим соца. О нем я вам рассказывал раньше. Тоже классно прорабатывает кор. Это самая подвижность в бедрах, в плечах. Классно. Очень быстренько так я от этого убился, от этой тренировочки. Так что классно, очень быстро и эффективно. Все, спасибо.